Всем привет! В этом видео я расскажу очень полезный лайфхак. Как сделать так, чтобы молоко не сбежало при кипячении. Говорят, что существует два процесса на кухне, за которыми нужно максимально внимательно следить. Это пассеровка лука и кипячение молока. Что может быть хуже для хозяйки, чем молоко, которое убежало? Я пробовал метод с ложкой, вставленной в кастрюлю. Ложкой, вставленной внутри и сверху, все это не работает. Вот видео доказательства. Я хочу рассказать о своем решении этой проблемы. И у вас не будет больше никакой грязной плиты и неприятного запаха пригоревшего молока. Для этого вам нужно провести один раз эксперимент. Сколько времени потребуется для закрепания определенного количества молока на вашей плите и в вашей кастрюле. Я обычно кипячу 3 литра молока из холодильника. Я включил секундомер на смартфоне и замерил один раз, что на закипание 3 литров молока уходит 13 минут. Исходя из своего опыта, теперь я ставлю таймер на 12 минут и могу заниматься своими делами и не дежурить у плиты до момента закипания. После 12 минут мой смартфон выдаст мне звуковой сигнал. Прошло 12 минут, мой смартфон выдал мне звуковой сигнал, и я подхожу к плите и жду окончания момента закипания. Если мое видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного видео. Всем пока!